Кирове полиция разыскивает грабителя духов. На улице Лепсе мужчина в маске взял два флакона ароматной жидкости и тут же вышел из магазина. Сотрудники супермаркета его увидели, но задержать не смогли. Детали этого преступления в рубрике «Сводка». Преступление произошло в магазине на улице Лепсе 55. Около 5 вечера к полке с духами подошел мужчина на вид ему 30-40 лет. Видимо, он знал, что брать, схватил две бутылки и целеустремленно пошел к выходу. На лице у грабителя были маска и очки. Особые приметы – преступник хромал на левую ногу. Если вы узнали человека на видео, звоните в полицию по телефонам 67 43 20 или 36 16 22. Еще одних криминальных любителей парфюма зафиксировала камера в магазине на улице Пролетарской. По предварительным данным, эта парочка тоже похищает духи. Заходят в торговый зал, якобы не вместе. Затем девушка незаметно прячет под куртку молодому человеку флакон дорогого парфюма. Продавцов и охранников уже предупреждают о такой схеме. Если вы узнали людей на видео, звоните в полицию по телефону 102. Двухметровый фонтан на Спасске лишил жильцов 10 домов горячей воды. Лопнула труба с кипятком, и вода под давлением вырвалась наружу. По словам очевидцев, напором выбило люк колодца, но никто не пострадал. Автовладельцы тут же побежали спасать свои машины. Впоследствии воду перекрыли, прорыв ликвидировали. Почти до полуночи жильцы 10 домов сидели без горячей воды. Михаил Вагин, место происшествия.